Всем привет! Мы продолжаем проходить Beholder 2. Это вторая часть, всего лишь вторая. Я не играл в нее обалдеть сколько вообще. Во-первых, оказалось то, что я там неправильно посчитал серии, и мне нужно было больше записать Just Cause. А во-вторых, я еще и дня три вообще не играл, и в итоге у меня там накопилось обалдеть сколько дней, что я не записывал Beholder. Я, может быть, не забыл что-либо в этой игре. Это Beholder 2 или нет? Надеюсь, нет. И что еще хочу сказать? Я, короче, прочитал то, что в этой игре есть вариант, то, что ты не пройдешь ее с первого раза. Это хреново, она проходит за 5 часов, приблизительно 5-7, по-моему, там что-то такое было написано. Вот, и хрена знает, что выйдет. Ладно, продолжить игру, возможно, мне получится что-то, а может и нет, посмотрим. Во-первых, я хочу людей защищать все-таки, нормальных. Они докладывать по яблокам. Это же бред. В смысле, яблоки нельзя есть? Что за херня? Блин. А вот то, что наркотики производил, да? Это да. Это его я отправил сразу. Таких людей не надо у меня дома держать. Отвратительный человек. Его сразу было видно, что какой-то. Я у него дома был, он увидел. Я что-то обиделся. Какой я сейчас тут был же. Он завис. Да, он зависший пока. Все, отвисло. Так, что у нас с заданиями? Я должен поговорить с жильцами квартир о Клаусе Шеймере. Ладно. Еще. От 2 сентября 2004 года запрещено хранение книг Пола Уильямса. Это не моя забота вообще. Распевание песен, но это не, тоже не моя, это я как эти сделаю. Запрещено производство. Вот это да. Вот это важно. Вот это я буду делать. Агитационных плакатов. Ну ладно, еще кое-как с натяжкой это там можно запретить. Ну, это естественно, каких, как их преступников укрывать. Хотя, с другой стороны, если это не преступник особо. Так, минус. Ты кто такая? Ты кто такой? Шпак. А Шиммер где живет? Так, у них какие-то вопросы ко мне, да? Что такое? Что, Карл? В смысле, что? Ты же... Бытовые проблемы? Милый, мне нужна твоя помощь. Я не могу найти большую кастрюлю. Все, смотрел, ума не положу, куда она подевалась. Может, ее украли? Как думаешь, стоит вызвать полицию? Не надо. Полицию за старой кастрюли? Не думай даже. Скорее всего, ты забыл ее в старом доме. Ладно, раз ты так говоришь, может, поспрашиваешь жильцов про кастрюли? Поди, не откажут новому управляющему. Я сварю Марте компот и верну. Ладно, я спрошу соседей про кастрюли. Так, там еще доча, которую я не могу уловить. Вот она. Ты играешь со мной? Не сейчас, Марта. Потерянная игрушка. Что случилось, милая? Папочка, случилась беда. Найра пропала. Ее нигде нет. Кто такая Найра? Это моя кукла. Моя любимая кукла, папа. Ты можешь ее найти? Ты испугала меня, Марта. Где ты с ней играла? Дома. Найра слишком маленькая, чтобы гулять по улице. Найди ее, пожалуйста. Бля, ты серьезно? Я ж поговорил с дочерью, в смысле. Как я тебя найду? Давай поищем, ладно. Что это? Личный дневник. Ну, это мой дневник, я так понимаю, пускай лежит. Карандаши. Давай возьму, я отдам дочери, может быть. Это такая Роза Раник. Доброго дня. Спроси про кастрюли. Уважаемый, нет ли у вас в хозяйстве большой кастрюли? Жена свою оставила в старом доме, а дочь просит компот. Нет, милый, мы с дедом вдвоем уже столько лет, нам больше не нужно. Я давно все в комиссионный магазин отнесла. Про Клауса Шеймера.
Хотел спросить про вашего соседа, Клауса Шиммера. Не беспокоит он вас? Это во всех отношениях достойный гражданин. Помог мне достать бутылку замечательного хереса. Он хорошо разбирается в вине. Ну, это мы на всякий случай возьмем просто информацию. Я же не буду докладывать о ней. Доброго дня! А, ну все, короче, закончится рассказ. Так, чё, где она еще могла... Что это, деньги? Как-то неудобно немножко. Давай тут посмотрим, может, у нас стиралки? Ничего нету, а здесь... Два носка. Ну, пускай лежат. Так, дед, иди сюда. И что тебе нужно от почетного работника архива? А, познакомиться? Разрешите представить, я Карл, новый управляющий этим домом. А, Марк Ранник, почетный работник городского архива. Вынужден жить в этом безобразном доме. Надеюсь, тут ты тут наведаешь порядок. Приложу все усилия. Уж постарайся, это в твоих интересах. Про кастрюлю. Есть у вас большая кастрюля, жена хочет компот сварить. Моя-то жена все больше супы варит. Но кастрюля у нее маленькая, это точно. А, про Клауса Шиммера. Хотел спросить про Клауса Шиммера. А почему вы интересуетесь? Ну, давай правду, ладно. Служба есть служба. А, служба. Это я же сказал? Видел, как Клаус покупал в магазине набор для моделирования. Детей-то у них нет, думал, в порядок берет в подарок. А потом увидел, как он бережно коробку в бумагу упаковывал и домой побежал. Подумал, что однозначно для себя купил. Спасибо, Марк, вы мне очень помогли. А ты кто такая? Иди сюда, сюда иди. А, это я, это моя. Чё там было про Марту? Про куклу Марты. Анна, не видела старую куклу, с которой играет Марта? Она её не может найти. Вот почему она такая грустная, а мне боится сказать. Может, за шкафом лежит или под кроватью? Ладно. Так, с тобой еще, да, надо. Чё там? Чё ты ноешь? Это же, да, брат, говори. Ну, молодец. Поговорить о работе? Отец, мне не нравится твоя новая работа. Это твой начальник, гадкий тип. А есть нормальную еду и учиться в универе тебе нравится? А есть нормальную еду и учиться в универе тебе нравится? А носить одежду без дыр? Может, ты будешь нас содержать? Я больше не возьму. Я постараюсь найти работу. Я буду учиться и работать. Очень на это надеюсь. Я ненавижу шахты, отец. Лучше умереть, чем работать как раб. Про шахты? Не думал пойти... Я ненавижу шахты, отец. Лучше умереть, чем работать как раб. Так, окей. Спросить про новости. Про учебу в университете, про распределение на учебу. Распределение давай. Клянусь, если бы меня загнали в шахту, я бы сбежал. Я ненавижу эти шахты, отец. Ну не горячись. Тысячу раз говорил тебе, что работа на шахтах хоть и тяжелая, но уважаемая. Ну да, блять, уважаемая. Про учебу в университете. Я не пропустил ни одного занятия. Честно сказать, я не верю, что ты сможешь достать мне направление на учебу. Очень старательно, сын. Нам твой... Перевод в университете очень дорого стоил. Я не подведу, отец. Про домашние дела. Я стараюсь помогать по дому. Вот с Мартой поиграл недавно. Окей. Ничего интересного. За шкафом еще говорили? Давай посмотрим. Ну смотри, могу еще вот это дать. Какого хера это в телевизоре? Это что такое? Полотенце не надо. Кресле полотенце. О! Нашел.
Так, где дочь? Дочь, ты дочь? Ладно, ты чё ты ноешь? Чё ты хочешь? Да, отец, тебе нужно что-то? У меня есть дело, отец, что тебе нужно? Начались занятия по экономике, нам выдали список литературы. Ну, учебники всякие, книги, по которым надо заниматься. Я зашел в книжный магазин, а там нет этих книг. Ребята говорят, есть книги у старейщиков на субботнем рынке, но цены огромные. Ты не мог бы поспрашивать среди твоих друзей, вдруг у кого есть эти книги? Ты ведь общаешься с умными людьми? Ладно, подумаю, что можно сделать. Сколько стоит-то? Погоди, может, у меня есть деньги? А Анна просит взять соседи кастрюли, Марта просит найти ей куклу. Куклу я нашел. Ладно. Ну, давай постучимся. Это что-то новое, да, тут? Еще что? Запрещено хранить иностранные деньги. Пошли вы нахуй! Алозия Шпак. Добрый день. Познакомиться. Я заглянул познакомиться, Карл, управляющий этим домом. Какая честь, я Алозия Шпак, доктор. Вы наверняка про меня слышали. Не могли бы вы... не могли не слышать. Весь город гудел. Нет, я слышу ваше имя впервые. Ну, да. Не может быть. Вы, наверное, недавно приехали. А чем вы знамениты? Ох, не дело себя хваливает. Я просто выполнял свой долг. Ты же она. Выполняла, наверное. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Да что, какие у меня могут быть проблемы? Так, мелочи. У вас столько дел... спросить попался Шиммера. Уважаемый Карл, как я рад вас видеть. Как ваши дела? Как супруга? Как дочка? Спасибо, все хорошо. Я хотел спросить про... так радостно, что в наше время это большая редкость. Я уже успокаиваю себя. Говорю, Алоизи. Я пришел поговорить с вами о... Алоизи, нельзя переживать за весь мир. Государство заботится о нас. О вашем соседе. Но нет, сердце так и болит за наших соседей. Я хотел сказать, за всех людей. А ведь знаете, ой, прошу прощения, я заговорилась. Так о чем вы хотели поговорить со мной? О Клаусе Шиммере из квартиры номер один. Голубчики, так я же совсем недавно сюда въехал. Я даже познакомиться не успел со всеми моими дорогими соседями. Уверен, они все отличные люди. И ваши, Штраус Хидлер, тоже отличный человек. Клаус Шиммер. Да-да, несомненно, так и есть. Вот если бы достопочтенный гражданин Шлимбер поменьше курил. Курение, знаете ли, вредит нашему организму. Это факт, да. Но по сути он ничего не сказал мне. По сути ничего не сказали. Так она сама курит. В смысле? Здравствуйте. Познакомиться. Здравствуйте, Карл, новый управляющий этим домом. Рад знакомству, я Мария Шиммер. Вы приехали сюда с семьей? Да, мы тут совсем недавно, будем рады познакомиться. По кастрюле. Я к вам с просьбой, вы не отложите большую кастрюлю? Жена хочет сварить компот, а наша кастрюля потерялась при переезде. У меня есть подходящая кастрюля. Вот, возьмите, пожалуйста. Отлично. Спасибо, мы обязательно ее вернем. Как-то закрыть. Ага. В этом нет необходимости. Мы живем с мужем вдвоем, так что она стоит то и без дела. Пусть это будет нашим подарком вам на новоселье. Здравствуйте. Про мужа. Как дела у вашего мужа? Он выглядел расстроенным. Он и правда неважно себя чувствует. Но ему пришла посылка с фотопленкой. Клаус очень любит сфотографировать. Но это ничего страшного.
Что это было? Так, она все пошла. Ну ладно. Пошли поговорим про книги. Ебать. Ну да, бухать не очень хорошо. Да говори! Доброго дня! Закончить не то, что я хотел. Бля, да что ж такое-то? А здесь кто? Здесь никого, да? И на чердаке тоже никого. А у кого-то я спрошу про это. У тебя, может быть? Одиночество Алоизия еще. Вы хотели поговорить? Да, у меня есть просьба. Личного характера я бы... Ой, что я там сделал? Личного характера я бы даже сказал невероятно личного. Я внимательно слушаю, Алоизий. В силу вашего рода занятий у меня совсем нет времени на устройство личной жизни. Спасибо, спасаю людей круглые сутки, знаете ли, исполняю свой долг перед обществом. Сложность еще и в том, что я понимаю, что мне сложно сказать, но... Я до крайности застенчив в общении с противоположным полом. Теряюсь, краснею и даже, страшно сказать, потею всем своим невероятно одаренным телом. И скромным тем же сам-то. И чем же я могу вам помочь? Достать для вас дезодорант? Вы явно разбираетесь в общении с женщинами. Я так одинок. Найдите мне женщину, Карл. Что, блядь? Хорошие женщины, чтобы скрасить мои вечера и разнообразить рацион. На кастрюлю. Что, Карл? На кастрюлю. Карл, ты нашу кастрюлю? Я уже приготовила для компота. Да, Мария Шиммер из первой квартиры выручила нас. Смотри, сахара не жалей для компота. В прошлый раз он был больше на воду похож. Он был похож на воду, потому что у нас не было ни сахара, ни яблок. Я не виновата в том, что ты не смог достать талон на сахар. Охереть, я еще и виноват. Ну, милый, не расстраивайся, теперь-то у нас сахара достаточно. Так, что там? Какого хуя? Какого хера? Шиммер. Марк Раймер, погоди ты. Это бухой, который? Что тебе нужно по счету работать? Для книги, вот. Гражданин Марк, вы образованный человек. Дайте нам мне совет, где можно найти учебники по экономике. Моему сыну выдали список в университете, а в магазинах их нет. Кстати, библиотека, но там очередь. И в чем вам библиотеки не нравится? Там хорошо тихо, самое место для молодого парня. Делать вам нечего, деньги тратить на книги. Спасибо за совет, но боюсь, сыну он не понравится. Про одиночество. Какого одиночества? Шпака? Ну да ну тебя, короче, иди бухай. Что здесь? Министерство порядка отмечает нарастающее увлечение философской литературы. В том числе набирает популярность труды Пола Уильямса, умершего век назад. В его книгах описываются идеи, давно устаревшие и доказавшие свою нежизнь. Да? Так это же было. А, вот, иди сюда, все быстро. Поиграй со мной. Не сейчас, Марта, вот на куклу. Как там зовут твою куклу? На, я очень скучаю, ты найдешь ее? Я уже нашел. Вот твоя кукла. Спасибо, папочка. Я придумал отличную игру. Хочешь, расскажу? Найра будет шахтером, которого завалило в шахте, а я спасателем. Ничего себе игра. Может, ты лучше с кубиками поиграешь? Я построю шахту из кубиками. Чего? Что это было?
Да, отец, про книги для учебы. Отец, ты не смог узнать про книги? Пока я ничего не узнал, точно не хочешь в библиотеку? Мне до ужаса не хочет туда идти, там работает мерзкая тетка, она на всех шипит. Похоже, меня она не взлюбила. Я ждал свою книгу почти 2 часа, а ведь она стояла на полке, я видел это. Понятно. А больше никого нету, наверное. Характеристику? Ну, характеристику ладно. Блин, как бы я там что-то лишнего не сделал. У меня 40 часов есть, поэтому можно, типа, пока не отправлять. Так, на кого-то этот шпаг, да? На шиммера же мне надо. Моделирование. Ну, типа, что это такое? Сомелье. Ну, вот это могу сделать. Да что за звук-то? Ну, и фотографируй. А что теперь? Нормально. Это остальное не буду говорить. Это сомелье не значит такое. Шиммер. Номер один, по-моему. Мужской, семейное положение, по-моему, женат он. Смотри, шиммер, профессия. А я не помню. Ну, допустим, неверные данные, профессия жильца. Понятно, то есть еще раз надо, да? Ну, пошли профессию узнаем. Здравствуйте. Ага. Кем он работает-то, блин? О! Здравствуйте. Про книги. Класс, вы образованный человек. Можно найти учебники по экономике? Моему сыну выдали список в университете, а в магазинах их нет. Остается библиотека, но там и очередь. О, ситуация с библиотекой мне хорошо известна. Там не только очередь. Еще нужно понравиться библиотекарям, иначе они выгонят из зала без объяснения причин. Но я могу вам помочь. У меня есть книги, которые остались с прежних времен, когда я работал в бюро подсчетов. Бюро подсчетов. Буду рад, если они помогут моему вашему сыну в образовании. Я уверен, что высшее образование должно иметь все люди. Жаль, что мало кто придерживается этого мнения. Зашибись. Блин, а кем он работает-то? Всего доброго, Карл. Блин, а кем он работает-то? Ладно, пошли отдадим книги. Где этот пацан? Где пацан? Это пацан. Да блядь, да что ж такое-то? Иностранная газированная вода. Да идите в пизду с такими законами. Северная Корея какая-то. О, ты как раз мне и нужен. Да, отец. Про книги для учебы. Отец, ты не смог бы узнать про книги? Вот твои книги, целая стопка. Ничего себе, теперь уже я возьмусь за дело.
О таком богатстве я и не мечтал. Можно не ходить в крысятник. То есть в библиотеку. Зашибись. Family guy. Ачивка выпала. А, можно время остановить. А чё? А, это пауза просто. Понятно. Ничего не дает. Так, пошли, там жена пришла, может, она что-то знает. Я не знаю, кем он работает. Блин, извините, это не ты. Блин, кем же он работает? По-моему, мы об этом разговаривали. Можно попробовать перебрать, но там сотку стоит это. Куды? Доброго дня. Про одиночество шпака. Нет ли у вас на примете достойной девушки для лози шпака? Так, у меня племянница на выданье. Умница, красавица, прямо как я в молодости. Правда, живет не в нашем городе, но я могу отправить ей телеграмму, чтобы в гости наведалась. Пусть приходит, я его с ней познакомлю. О, зашибись, ни хрена себе. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Ладно. Давай постучим с твоей Володей шпак. Типа, мы нашли тебе мадаму. Так это он, получается, все-таки. Добрый день. Про одиночество. У вас есть какие-то предпочтения, с кем вас познакомить? Кем угодно. Я нашел вам подругу. Не томите душу, кто она? Племянница Розы Раннер. Не терпится познакомиться. Она в скором времени должна приехать погостить к тете. Чудесно, голубчик. Камень упал с моего сердца. Мое одиночество скоро закончится. Блин, да я вообще красава. Смотри-ка, что творю. Я не знаю, кем он работает. Как я должен это сделать? Кем он работает, блядь? Может, он курево делает? Ну, типа, он же курит. Может быть, и делает. Клауд Шиммер, номер один, мужской, семейное положение на Шиммер Марии, профессия, доктор, может быть, ну, в шахматы играет, вот это фотографирует. Да иди ты нахуй, что ж такое-то? Так, ладно. Кем он еще может быть? Учитель литературы нет, доктор тоже нет. Ну, продавец табака, возможно. Играет в шахматы, вот это он делает, аппарат. Ага, да. Окей. Значит, он занимается ничем особо. Позвоните в министерство и отчитайтесь о выполнении заранее. Понятно. Окей. Набрать номер министерства задания. Министерство порядка. Пришло время для решительных действий, товарищ Карл. Вам необходимо выселить из дома Клауса Шиммера. В смысле выселить из дома? За что?
про судьбу жены. А что будет с его женой? Нас она не волнует. Действуйте так, как считаете нужным. Блин, он книги нам дал, за что его выселять-то? Как я могу выселить Шиммера? Вы мне можете... Вы можете договориться с Шиммером, если он уйдет сам. Нас это устроит. Но будет лучше, если вы напишете на него рапорт в случае нарушения им директив. Это ваша обязанность, товарищ Карл. Пизду, блин, какие уроды. Вас понял, вопросов нет. До связи. Какие мудаки! Что опять случилось? Какие же уроды! Что, Карл? Узнай, что случилось. Что случилось? Карл, Марта заболела, и у нас дома нет никаких лекарств. Ты мог найти аспирин для нашей девочки? Я отстояла очередь в аптеку, но оказалось, что нужен рецепт. Конечно, я найду его. Что, серьезно с Мартой? Да нет, только температура поднялась слегка, но мне не нравится, как она выглядит. Так, ладно, иди сюда. Тара Ватермарк. Здравствуй, милок. Здравствуйте. Простите, что он тут делает? Вам нужно? Здравствуйте, я Сара Ватермарк, племянница Рейнерков. Приехала знакомиться с доктором. Остановиться мне негде, а потому буду жить тут. В какой квартире живет Алоизий? Я не могу пустить вас к Алоизию просто так. Сначала нужно поговорить с ним. Стойте тут. Да, куда ж я уйду? Некуда мне идти. Что такое? Давай быстрее сюда. Добрый день. Про женщину крыльца. Про аспирин, погоди. Доброго дня, Лози. Нет ли у вас аспирина? Не, я понимаю, чего все так любят эти пилюли. Вы можете достать мне эти лекарства? К сожалению, нет. Сердце разрывается отказать вам, Карла. Но у меня нет права выписывать и получать лекарства. Вам придется сходить в поликлинику или выменить у тех, кому они больше не нужны. Про женщину крыльца. Там у крыльца стоит женщина. Приехала к вам. Встречайте. Да вы что? Это очень необычная ситуация. Ну пусть заходит. Да что ты умеешь? Ты не можешь и там это сказать. Какого хера должен тут все бегать? Иди сюда! Вот и не бежишь. О, нет. Они, типа, поговорят сейчас? Я любовь создал. Что это значит? Типа, у меня новый жилец? Ой, ла-ла-ла. Ладно. Давай вот так вот. Что они делают? Что они делают? Блин, чел, стой, погоди. Здравствуйте. Что ему нужно? Скажите мне прямо, Карл, вам дали задание следить за мной. Рассказать о задании министерства. Вам следует быть осторожней, товарищ Клаус. Скажу прямо, мне поступило предложение выселить вас из дома. Что? Они хотят выселить меня из моего дома? Невымыслимо. Я бы давно уехал с этой чертовой дыры, если бы мог. Ладно, мои проблемы вас не волнуют. Спасибо, что предупредили, что вы намерены делать. Предложить помощь? Ах, в смысле, какую помощь? Я хочу вам помочь. Почему вы не можете уехать из города? Это очень подозрительно, Карл. Какое вам до меня дело? Ну, в смысле, я просто хочу помочь. На встречном разговоре. Я спрашиваю не из пустого любопытства. Я действительно хочу вам помочь.
Вокруг меня одна травля. Трудно поверить, что кому-то есть дело до моих проблем. Меня распределили в табачную лавку, в эту крошечную деревянную будку, в самом алчном месте у рыбного рынка. У меня забрали открепительный лист. Без него я как собака на цепи, сами понимаете. Почему вы не можете его забрать? Вы мне не поверите. Официальный ответ в министерстве: документы переделаны в архив для обновленных данных. Говорят, забирайте из архива. Я приходил в архив, там говорят, что документов нет. Я неделю ждал очереди контроллера, чтобы подать заявление на розыск. Через 2 месяца пришел ответ, что заявление написано не на том бланке, а нужные бланки закончились. Чертовщина. То есть документы потерялись в архиве? Да, документы точно в архиве. Говорят, это типичная схема для сведения посетителей с ума. Я знаю, там у нас чувак, который в архиве работает. Даже не знаю, шучу я или нет. Министерство распределения с чистыми руками, а с архивом ничего не поделать. Окей, хорошо. Смотрите, что можно сделать с вашим открепительным листом. Так, давай теперь поищем таблеты. Никого нет, что ли? Ну, давай сюда. Но у меня много чем времени. И что тебе нужно от почетного работника архива? Про аспирин. Нет ли у вас аспирина? Аспирин? Нет, я не разбираюсь в лекарствах. Этим занимается моя бабка. А можно ее тогда? Разно работать в столовой. Сколько я ее помню, постоянно возится на кухне. Она любит готовить, что слегка, как бы там что-то. Еще бы капуста от нее не пахло. Так. Поговорить про помощь Шиммеру. Дед, ты в архиве работаешь же? А твое какое дело? Без меня, небось, знаешь, что да. Помощь твоя нужна. Хорошему человеку из архива не выдают бумажку одну. Это какому такому человеку? У хороших людей документы не забирают в архив. Ты мне лапшу-то не вешай на уши. Честно рассказать про историю Клауса Шиммера. Речь про Шиммера из первой квартиры. Он в опалу попал. Отобрали у него открепительный лист, и теперь он как в цепи. Да что-то он мне не нравится. Работает в лавке табачной и ни разу не угостил меня табаком. Это он от страха так себя ведет. Хамит всем. Погоди, дед, принеси его открепительный лист. Без него им не жить, сам понимаешь. Ладно, но с тебя бутыль виски. Без нее мне не дадут ходу конфискованным документам. Ни хрена тут, блин, заморочка. А ты кто такая? Мария Шиммер, погоди. Здравствуйте. Понятно. У кого аспирин-то спросить, блин? Что за херня? Ну это бесполезно. Давай, может, у мадам той? Да ёб твою мать, что же территориально? Запрещено носить и распространять джинсы. Да иди, пизда, что за задание? Добрый день. Проспирин, ну-ка. Понятно, то же самое все, да? Блин, мне 2 часов осталось. Может, тут где-то есть? Блин, у этого нету, наверное, да? Не иди, короче, иди домой. О, бабка идет, отлично.
Так, что там у тебя? Погоди-ка. Доброго дня. Проспирин, ну-ка давай. Роза, не знаете, где можно купить аспирин? О, не знаю, милок, мне выписали в больнице. У вас есть аспирин? Роза, вы не поделитесь со мной таблетками? Простите, все, что угодно, дочь заболела. Что угодно? На улице такая ужасная погода. Принеси мне кардиган. Что это? Что такое кардиган? Что такое? Надеюсь, можешь мной не поесть пилюли, пока ты ходишь. Какой, блядь, кардиган? Что это? Здравствуйте. Понятно, блядь. Есть кардиган. Добрый день. Понятно. Кто такой кардиган? Доброго дня! Нету ничего. Здравствуйте. Ага. Может, это здесь? Сниму каюту на пару недель. Да блин, а нафиг мне там нужен? Я не знаю, где взять. Может, купить это можно? Кардиган, блин. Да, да быстрее сюда. Зубная щетка. Может, хоть полотенце? Кардиган, блин. Я не знаю, как это делать. Что, Карл? И аспирин. Как Марта? Карл, ну что, аспирин? Вместо Марты стало хуже. Пока нет. Карл, я поговорил с соседями, в целом они приятные люди. Мне рассказали, что у дома иногда ходит мужчина с цилиндры. Так вот, у него можно купить некоторые вещи. Какие вещи? Старьевщик, что ли? Тебе вещей не хватает? Там я сначала просто дослушаю. Вечно ты даже дослушать ты не можешь. А что тебе говорят? Анна, не заводись, я не хотел тебя обидеть. Умеешь ли ты испортить настроение? Иногда мне кажется, что я живу с... Так, что там ты говорила о торговце? Говорят, что у него можно купить новые необходимые для хозяйства вещи. Бабка со второго этажа показала душистое мыло. Купила у него в прошлом месяце. Сейчас таких нет, но есть другие полезные вещи. Что тебе надо? У нас есть ящик дегтяного не закончился, который талоном получил. Карл, ты невыносим, с тобой и веревка пригодится. Сходи познакомься с ним. Заодно купи Марте конфет. Бедная девочка, не видела конфет уже пару месяцев. Конфеты небольшая потеря, достань конфет. Дыши глубже.
Блин, может, у него и лекарства есть? А где он? Блин, у этих заданий появилось. Что такое кардиган, блин? Добрый день. Проспирин, пожалуйста. Потом, погоди. Потом с твоим разговором. Может, там кто-то есть еще? Может, у него там есть аспирин? Или кардиган? Что такое кардиган? Где его искать, блядь? Здравствуйте, милок. Понятно, понятно. Доброго дня, Проспирин. Ну, я не выполню это. Я не знаю, где кардиган взять. Я не хочу к этому заходить. Здравствуйте. Твою мать, что ж такое? Кардиган, что это? Что такое кардиган? Это же Sims. Без таблеток, значит. Я не знаю, как это сделать. А, типа все окей, просто да, я не выполнил. Главное в минус не уйти. Окей. Да, отец. Что случилось? Мне нужно с тобой поговорить, отец. В чем дело? Я познакомился с девушкой, хочу пригласить ее на свидание. Через пару дней в «Огнях надежды» будет премьера спектакля. Приедут актеры из столицы. Подожди, кто эта девушка? Андреа Горчик. Она красивая, отец, и очень умная. Она очень любит театр. Я слышу, что она хотела попасть на премьеру. Это мой шанс, отец. Но мне не хватает кармана денег на билет. Сколько? 550. Это немало деньги. Она. Театр — хорошее дело, сын. Держи деньги. Спасибо, отец, ты лучший. Еще бы. На 20 баксов на цветы. Вот тебе еще мелочь на цветы. Не забудь помыться перед свиданием. Театр с грязной шеей не ходит. Понял? Только маме не говори, а то она меня обольет одеколоном. Ты ее знаешь. Так, мне нужен что там? А, мне нужен где-то найти спиртягу. Что происходит? Здравствуйте, закончить разговор. Здравствуйте, милок. Закончить разговор. Здравствуйте, закончить разговор. Бумаги, пожалуйста. Ну это по-любому у того чувака в цилиндре покупать. Я почти уверен в этом.
Блин, интересная игра, однако. Ничего нет, не происходит, но интересно. Так, что случилось? Добрый день. Что им надо? Могу чем-то вам помочь? Мы так счастливо живем, что я решил жениться. Лози женится. Подумай только. Так быстро. Я купил билеты на круиз до Южного побережья. Поедем в свадебное путешествие. И все это благодаря вам. Но у меня есть просьба. Я хочу приготовить Саре подарок. Но я так мало ее знаю. Не знаю даже, что она любит и чем увлекается. Сможете поспрашивать людей вокруг о ней? Хорошо. Так она только приехала. Я ваш должник. Я обязательно угощу вас пирогом с куриным потрошками. Он божественный. Но это, короче, вот здесь спрашивать. 100%. Чего это? О чем вы в столице думаете сейчас? Я хз, где искать алкоголь? Сбор информации чего? О Саре? Доброго дня, про Сару, Виттермак. Я хочу поговорить про вашу племянницу. Про Сарочку? А ее так давно не видела, уже 3 месяца. В смысле, она вот внизу. Как, разве не она живет в Солоде? Нет, конечно, там тоже Сара, но не моя. Вы все перепутали, Карл. Ваша Сара с моей дочерью даже рядом не стояла. Наша Сара, ваша Сара, 100 очков вперед. Какого хера? Что произошло? Как это вообще возможно? Ваша Сара, наша Сара, и в подметке не годится. Наша Сара... Достаточно, Роза, я понял. Вот и славно. Так о чем это я? Ах да, в общем, это не моя племянница. Вот это поворот. Что ж это за дама тогда переехала к нашему доктору? Карл, вы ведь государственный служащий. У вас документы, директивы и большой красный телефон. Неужели вы не можете позвонить наверх и все выяснить? Я вижу, вы много знаете о моей работе. Так не первый год живем, голубчик. Тоже мы-то всякое повидали. Жаль, только нашу Сару давно не видели. Просто лол. Что? Это что такое? Какого херня пистолет? У него пистолет! Так, надеюсь, он никого не грохнет. Ладно, окей. Надо быстрее выполнить задание. Выселить каким-то образом, потом выселить этого чувака с пистолетом. Он опасный. Справка. Так, блин, что такое-то? Набрать номер, спросить информацию о Саре Виттермарк. На основании каких данных производить запрос информации? Назвать имя и фамилию. Ожидайте. Правонарушений нет. Донос запрещенных вещей 3. Штрафов нет. Документы в порядке. Работала воспитателем детского сада. Гражданинский уровень 7 из 10, специальный контроль не требуется. Ближайшие родственники Августин Ватермарк и Роза Рангак. Запрещено хранить иностранные пластинки. Да идите в пизду с вами иностранными пластинками и всяким иностранным. Заколебали хероту спрашивать. Мое почтение. Торговать. Что продать сегодня? Вот, посмотрите. Яблоко, джинсы 6300. Конфетки. Что это такое? Блин, аспирин, прикинь. А тут место есть, кстати, еще? Кардиган. Лол. Ладно, окей. Теперь я знаю, кого можно купить. А что такое? Типичный роман о любви.
Ну это я нашел. Окей, ладно. Шоколад, смотри-ка, что. Виски. Ни хрена себе он стоит. Виски он же просил, по-моему. Чего? Запрещено плакать и собираться группами более трех человек вне главной площади. Вы ёбнутые? Я прям... Я в шоке от этих заданий, если честно. Давай. Так, стой, 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 кому там надо? Раннер, погоди. Что тебе нужно от почтенного работника архива? Пропомни Шиммеру. Неси вискарь, принесу твои документы. Вот бутылка, дед, только не буянь. Хороший выбор. А что с бумажкой, так и быть. Приходи позже. Окей. И он решил такой на работу не ехать. Так, чел, погоди, у меня тут такое дело. Это не та роза. Добрый день. Поговорить про сбор информации. Это такой кадр. Это название этой серии будет. Вы просили узнать про Сару. Знаешь, что она не старая. Она не та, кто себя выдает. Как вы можете так поступать со мной, Карл? Я думал, мы друзья. Не смейте клеветать на мою любимую Сарочку. Я вам не верю. Уходите и не возвращайтесь. Блядь, чел, ну ок. Какого хера? Блядь, сколько времени? 57 минут, дай-ка я конфеты верну. Вот это. И закончим на это. Нет, погоди, сейчас. Да отстань! Майер! Что, Карл? Про конфеты для Марты. Что, ты снова чем-то недоволен? А ведь я всего лишь попросила тебя купить нашей малышке шоколадный конфет. Я даже не попросил для тебя кусочек ароматного земляного мыла. Я купил конфет, и мыла твоего не было. О, Карл, ты купил конфет. Я за последние дни издергалась. Как закрою глаза, вижу, как бывшего управляющего выводит из дома эти бумаги. Сердце разрывается от мысли, что ты можешь быть на его месте. Анна, гони эти мысли прочь. Все будет хорошо со мной, и не такой дурак. Я просто хорошо делать свою работу буду, и все. А вдруг прошлый управляющий тоже так думал? Ладно, пора заняться делами. Все, давайте на этом закончим. А потому что все. Как сохраняться здесь нельзя, походу. Ну, видимо, все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну, как обычно, всем спасибо и всем пока.